Добрый вечер! Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня эфир у нас посвящен и астрологической теме, естественно, жизненной теме, потому что каждый волшебник, каждый грамотный человек, человек 21 века, знает, что мы с вами живем в содружестве с планетами, созвездиями, что мы с вами являемся частью огромного живого организма. Я вас приветствую, да, кто? Напишите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, мне очень интересно узнать. Буду рада вашим сердечкам. И мы поговорим, да, напишите, где вы находитесь, пожалуйста. Мы поговорим сегодня не просто о полнолунии, о волшебном полнолунии, оно сегодня очень сильное. Мы узнаем с вами, что можно сделать, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону, естественно, и о чем сейчас говорят звезды. Вам интересно узнать, о чем сейчас говорят звезды? Поставьте плюсики, кому это интересно. А я открываю карту, натальную карту, я ее уже создала. И прямо сейчас с вами погрузимся в мир древней индийской астрологии, астрология Джьотиш. Я изучаю астрологию уже довольно давно, на профессиональном уровне это у меня уже 4 года. Кстати, именно 25 января, 4 года назад, я и начала изучать астрологию на острове Бали. Очень благодарна своему учителю Алексу, Алексею, у него такое jeweler, да, ювелир, как говорят, Алексей ювелир. Очень благодарна ему за ту любовь к астрологии, которую он мне привил. И самое главное, что это не просто астрология, это астрология и йога, и даже глубже, даже дальше. Астрология, йога и тантра. Потому что благодаря тантре, тантрическим практикам, мы с вами учимся менять свои эмоции, свои жизненные обстоятельства, точнее, здесь звонок был, энергию, которая появляется в результате не всегда приятных жизненных обстоятельств, зная, как управлять своими эмоциями, чувствами, практикуя. Вот это мы с вами и используем как базу, как фундамент для своего совершенствования. Да, вижу, Берлин мне пишет Надя, кто где еще находится. Напишите, пожалуйста, с каких мы стран с вами здесь. Мария, я знаю, что Мария находится в Лондоне. Ваша йога просто фантастична. Благодарю тебя, благодарю. Именно потому, что йога, которую даю я, так как вот меня вдохновил мой учитель Алексей, это йога, которая проводит потоком, наполняет наш день, наше тело энергиями звезд и планет. А звезды и планеты в индийской астрологии — это живые существа, намного высшего порядка, чем мы, люди. Хорошо, ну что, друзья? Таллин, прекрасно, замечательно. Кто еще где находится? Да, я сейчас в Ирландии, в городе Дублин. Шлю вам ирландский теплый привет. Ну, теплый это так, в кавычках. Ирландский свежий привет с кельтской земли. Смотрите, значит, что сейчас значимо по поводу сегодняшнего дня? Я вот открыла карту. Сейчас Луна находится в созвездии Пушья. В древнеиндийской астрологии, именно если брать основную древнюю астрологию, то в ней было немного другое исчисление. Это было не 12 зодиакальных знаков, о которых мы все с вами знаем. Это было 27 лунных стоянок, 27 важных созвездий. Каждая из них имеет женский характер, именно свой характер. И вот сейчас Луна находится в очень благоприятном созвездии, которое называется Пушья. Мне еще удалось и посчастливилось родиться
именно в таком положении, где Луна дает свое как бы поддержку, благословение. И вот вполне возможно, у меня поэтому появилось желание провести эфир и поделиться вот этой энергией, которая сейчас наполнен мир, наполнена наша Земля, мы получаем поток от Луны, и можно использовать вот эту энергию для волшебства, для некоего действия, чего-то нового, интересного, что может явиться началом для вашего последующего сосуществования. Город Новороссийск, Таня, да, я тебя вижу, Кембридж, а завтра будет Лондон. Благодарю тебя, Даша. Да, завтра я тоже буду в Лондоне. У нас много мероприятий. Вы знаете, что я сотрудничаю с компанией PM. Продукты красоты и здоровья. Первоклассный продукт на сегодняшний день – это самые быстрые, эффективные и чистые продукты известные. Так что завтра у нас много мероприятий на этих выходных. Ну что, друзья, смотрите, что сейчас у нас происходит. Полная луна на небосклоне. Вполне возможно, вы вчера видели, вот у нас здесь в Ирландии луну окружал такой ореол, прям буквально, как, знаете, как такое гало, сияние, свечение. Вот сияние, которое исходит, это энергии. То есть сияние, да, мы видим его глазами, но любое проявление света – это есть энергия. Сейчас луна в очень благоприятном положении. Что еще на небе, на что надо обратить внимание? Сейчас, в данное время, согласно индийской астрологии, Солнце находится в положении Козерога. Козерог – работоспособный знак. Если до этого Солнце было в Стрельце, то есть период декабря, с середины декабря по середину января – самое лучшее время для постановки целей. И мы все с вами писали, записывали план на 2024 год, мечтали, проектировали, думали. Сейчас время с середины января до середины февраля, время действий. Что сейчас можно проектировать вот непосредственно, прямо сейчас, полнолуние? Конкретные шаги, что вы будете делать для достижения ваших действий. Мы с вами должны каждый раз выходить из зоны комфорта. Это очень важно. Понемногу, по чуть-чуть. Где-то взять телефон, трубку, позвонить. Где-то сейчас у нас, вы знаете, работают медиа, работают соцсети. Сделать пост, выйти в эфир. Вначале на 3 минутки, потом на 10 минуток. То есть мы совершаем определенные действия. Где-то открыть книгу, записаться на курс, начать заниматься йогой. То есть то, что вы планировали давно, сейчас очень благоприятное время. Сама Луна нас благословляет. Сделать это. Если вы прямо сейчас вечером не можете совершить определенное действие, возьмите тетрадку. Я вам сейчас покажу, какая у меня есть тетрадка. Я из Индии привожу только в одном месте вот такие волшебные тетрадки. У меня буквально есть еще парочка. Тетрадка желательно, если то, что касается ваших планов, целей, желаний, красного цвета. Красный цвет всегда дает еще чуть больше энергии. Если это Лакшми, Лакшми дает благословение. Вы можете сами распечатать, если вам это откликается, и прямо вот так красиво наклеить сверху богиню Лакшми. Лакшми – процветание, гармония, изобилие и богатство. И оно приходит тогда и туда, где есть первое в доме мир и согласие. Если у вас в доме царит хаос, беспорядок, конфликты, трудно говорить о богатстве. Трудно говорить о раскрытии своего предназначения вообще в целом. Поэтому раньше знали, где ссорятся. В бане. Почему, говорит, пошел ты в баню? В бане выясняют свои вопросы. Не, лучше, конечно, рядом с баней или где-нибудь на улице. Но просто если холодно и снег, ты на улице как бы не выяснишь этот вопрос. Поэтому шли в баню. Потому что это место, где там открыт поток, там постоянно вода, огонь, там нейтрализуется.
Поэтому не выясняйте отношения дома. Богиня Лакшми покинет этот дом. Что делать, если вдруг вы почувствовали, что-то не идет так, как надо? Срочно возжигаем свечку на алтаре. Кладем сладкие какие-нибудь сладости любят. Лада, женщины что любят? Ну, положите шоколадку, положите печенька, тортик, кусочек тортика, вкусные фрукты, банан положите. Пусть это будет, понимаете, боги, энергии, планеты, высшие существа, они питаются не фруктами, как мы, они питаются энергией. Тонкой энергии, нектаром от этих подношений. Тем более, если вы это с любовью еще сделали. Поэтому подносим ладе, зажигаем свечечку. Ароматы используйте. Богиня Лакшми. Лакшми Лада. В нашей культуре это богиня Лада. Богородица Лада. Используйте белые ароматы белых цветов. Это жасмин, розу. Роза — это тоже богиня Лада, Лакшми. Можете подсказать, иланг-иланг. То есть вот такие вот ароматы именно белых цветов, в основном белые цвета и роза. То есть вот эти вот ароматы, они привлекают, то есть они помогают вернуть ее Ладу к себе в дом. Поэтому трудно говорить о том, что у вас будут деньги, если в доме ссора. Избегаем. Хорошо? Кому откликается, поставьте плюсики. Кто чувствует, что так и есть. То есть я вам дала еще один секретик, как вернуть благополучие в дом. Как сделать так, чтобы деньги были в доме. Деньги там, где есть радушие. Нет радушия, беспорядок, грязь. О какой богине можно говорить? Как Богородица придет к вам в дом, если там грязно? Как Богородица будет жить в доме, если там мусорно, если нет уюта? Девушки дорогие, это начало. Обязательно. Следующее, что вот я сейчас говорю, ну вот так вот идет такой поток, потому что мне хочется, вот солнце находится в Козероге, это непосредственно мы говорим о шагах. Что делать, чтобы... Козерог... Действия для того, чтобы проявиться в социуме. Если вы готовы, потому что не все хотят девушки выходить в социум. Даже есть те, которые считают, что не стоит. Да, есть такое тоже. Вот, поэтому я делюсь вам, рассказываю, чтобы было у вас достаточно материальных средств, чтобы вы могли покупать красивую одежду, чтобы мы могли наслаждаться, жить в комфорте, жить в уюте. Чистота, порядок, отсутствие пыли, ароматы. Используем полынные палочки. Обращайтесь ко мне. Я привезла в Ирландию, в Британию. У меня есть полынные палочки из Тибета. Очищаем пространство, если был какой-то у нас конфликт. Далее, очистили. Есть у нас четверговая соль. Используйте четверговую соль. Это очень мощный оберег и очиститель. Огнем, свечой пройдите весь дом от входа против часовой стрелки. Огнем. Читайте ваши любимые мантры, молитвы. Очищайте, убирайте, нейтрализуйте вот этот негатив. Далее ароматы, подношения, свечка. И возвращаем, приглашаем к себе в дом Богородицу. Называйте ее разными именами. Она у нас многопроявленная женщина. Так, давайте почитаю ваши сейчас комментарии и пойдем дальше. Даша пишет, я вчера спать не могла так сильно, на меня полнолуние влияет каждый раз. Мы с Дашей будем, да, кстати, игра Лила, запишите. Вот, Даша, как раз вот этот вопрос, мы просто с Дашей 28-го в Лондоне, я знаю, что она будет присутствовать на игре, мы можем разобрать вот это. Почему? То есть полнолуние дает вообще психическую силу, особенно женщинам. Почему сейчас я в эфире? Потому что я делюсь секретиками, я вам даю секреты. Мне еще больше приходит
потоковой информации. Если я принимаю информацию и прячу мое, никому не скажу. В таком случае закрывается поток. Когда я передаю, но передаю только то, что сама делаю. Только то, что я уже, с чем уже прижилось мне. Вот тогда это удваивается, утраивается, идет еще благословение сверху. Если я говорю о Богородице Ладе, Лакшми, значит, я призываю к себе в жизнь еще больше ее проявления благодати. Хорошо, итак, что же можно делать? Я надеюсь, вы поняли. Мы делаем с вами сейчас не цели, что я хочу, действия. Какие я буду совершать действия? Начинаем всегда с наведения порядка. В доме чистота. И далее, когда в доме чисто, что еще вы будете делать, чтобы проявить себя, раскрыть свое предназначение? В этом вам также поможет игра Лила. Ловите меня, я сейчас редко провожу Лилу. Ловите буквально. Когда я провожу игру Лила, я отдаюсь полностью, открывается поток. Это пространство становится волшебным. И вместе с вашей картой, у меня на руках ваша карта. Карта — это программа. То есть, когда вы проходите Лилу, у вас программа. Я ее передаю вам потоковую информацию, и вы видите, как вы живете, что у вас есть и как вы это воплощаете в жизнь. Есть возможность изменить свою судьбу, поэтому в Дублине у меня 3 февраля игра, и еще 25 февраля будет игра Лила в Дублине. А в Лондоне один день, 28 января только. Значит, следом. Что еще сейчас у нас? Вот смотрите, в данное время у нас в Стрельце находится Венера, Меркурий, Марс. 3 планеты. Парад планет в Стрельце. Это дает еще благословение и на составление, в принципе, целей, желаний также. Солнышко даст вам силы для реализации. Луна даст вам возможность, то, что вы сейчас пропишете в своей волшебной тетрадке, даст вам возможность, поддержку для ваших целей. Поэтому обязательно делайте вот этот вот, я вам уже рассказала нюансик, я вам рассказала секретик. Сейчас, кроме того, Сатурн находится в собственном знаке, мы все это чувствуем. Для людей, кто идет согласно своему собственному предназначению, Сатурн всегда поддерживает вас. Для тех, кто сбился с пути, не знает, куда идти, Сатурн возвращает через самые разные обстоятельства. Это может быть опять, он раскрывается по-разному. То есть все очень индивидуально, и в вашей карте это написано. Написаны слабые места, таланты. Мы с вами используем свои таланты, отталкиваемся от своих наработок и идем решать те вопросы, в которых у нас есть затыки. Так что сейчас энергию сегодняшнего дня, вот этого эфира, который вы сейчас прям слышите, нам нужно, если вы вдруг еще с целями со своими не определились на 24-й год, ну мало ли, подкорректируйте, запишите. И прямо сейчас ваши шаги, что вы делаете для того, чтобы ваши цели реализовать. Вот, в принципе, то, что я и хотела сказать. Еще одна у нас будет важная дата. Это 11 февраля. Это через 2 недели. Да? То есть период через 2 недели тоже отметьте себе. 11 февраля у нас тоже парад планет в Козероге. Козерог — работоспособный знак. Козерог — это там, где нужно действовать. Козерог — это знак социума. Выходить из домика, идти в люди, проявляться. То есть, понимаете, сейчас у нас, как говорит моя наставница, мы не зарабатываем в кустах. Хотите жить богатой, изобильной жизнью? Проявляйтесь, выходите в люди, объявляйте, становитесь вот этим маячком, который виден, который заметен,
светите. Ну, конечно же, мы светим тогда, когда у нас много энергии, это уже другой вопрос. И вот, 11 число. Почему я вам говорю про 11 февраля? В этот день я проведу воскресенье. Те, кто в Лондоне, в Дублине, вам очень повезло. 11 февраля будет встреча, это растущая луна, это парад планет в Козероге. Мы с вами сделаем особый, проведу я мастер-класс, который проводила год назад. Он называется «Раскрытие статуса и карьеры». Ровно год назад, в январе месяце, может быть, кто-то помнит, я находилась в Питере и первый раз провела вот этот мастер-класс. Все, что я провожу, естественно, оно основано на собственном уже опыте. Я не экспериментирую на людях, проживаю, получаю результаты и иду уже к вам. Так вот, этот мастер-класс, который состоится 11 числа, он будет в онлайн-режиме тоже. Он будет связан с определенным действием, основанным на расчете вашей карты. То есть мы будем активировать ваш дом социума. Если вы готовы выйти в люди, объявите о себе, потому что пока солнце в Козероге, это самое лучшее время сделать, кроме того, еще весь год впереди. И вот тогда я могу уже сказать, прошел год на своих собственных результатах, на результатах людей, кто был в том мастер-классе, кто присутствовал в Питере и в онлайн-режиме тоже. Если в тот, скажем, в январе месяце на моих собственных успехах, ну, давайте я приведу прям непосредственно вот прям числа, да, чтобы вы знали цифры, пример привожу. В то время моя команда, я являюсь еще и бизнес-коучем, я сотрудничаю с немецкой компанией, и эта компания и моя деятельность направлена на построение команды, на ведение, вдохновление, обучение. Я помогаю людям стать успешными, богатыми. Ну, если вдруг, я просто редко об этом говорю, в 2010 году, 14 лет назад, я обучалась этому в Ирландии, здесь, в институте Irish Coaching Institute. Да? То есть у меня высшее образование в Business Life and Executive Coaching. Вот это была одна из таких как бы основ моего тогда раскрытия в то еще время. И далее пошло погружение в йогу. Сейчас новая энергия. И вот основываясь на вот этих многочисленных и тренингах, упражнениях, которые взяты из современного бизнес-коучинга, плюс ведическая астрология, и зная секреты, как активировать 10-й дом вашего гороскопа, вашего личного гороскопа. То есть 11 февраля у нас будет мастер-класс, где мы с вами сделаем определенными действиями. Мы раскроем, положим начало, и вы начнете более ярко проявляться в социуме. Так вот, в январе месяце тогда моя команда состояла примерно из, наверное, 35 человек, примерно, год назад. Товарооборот моей команды был 10 тысяч евро в месяц. Сейчас, спустя год, более 700 человек в моей команде, товарооборот команды более 100 тысяч евро. Это говорит о том, что мои лидеры, люди в команде, растут. Растут лидеры, расту я. Я не могу расти без команды, без построения, раскрытия возможностей, способностей людей, с кем я сотрудничаю. Это команда. Мы сейчас с вами живем в эру Водолея. Водолей — это единомышленники. Так вот, благодаря в том числе и той практике, которую мы делали, это было, если не ошибаюсь, 19 января, год назад, ровно в апреле месяце, так, февраль, через 3 месяца мой уже товарооборот был 50 тысяч евро, в 5 раз выше.
в августе месяце уже тогда было 100 тысяч евро. О чем это говорит? О том, что есть возможность определенными действиями, действиями, которые я не рассказываю как, они мне были даны. Это возможность активировать ваш 10-й дом гороскопа, осознать еще раз свои цели, для чего мне проявляться в социуме, для чего мне богатство, для чего мне энергия, для чего, куда я буду вкладывать свою жизненную силу, потенциал, во что, какая моя миссия. Вот это все осознавая, еще раз сонастраиваясь со своим предназначением, делая определенные действия, у людей вот так быстро начинается, запускается программа раскрытия. Друзья, это будет мастер-класс 11 февраля здесь, в Дублине, вживую. И в онлайн-режиме вы тоже можете стать участником, если вы к этому готовы. Да? Так что обращайтесь, пишите, если вам откликается, чудесно. А пока тетрадки красного цвета, если есть, на тетрадке что-нибудь красивое, какой-нибудь то, что вам изобилие, дает энергию изобилия. Вы можете распечатать нечто другое, хотите золотые монеты. Может быть, для вас изобилие означает путешествие. Какую-нибудь красивую на обложку сделайте картинку, записывайте. Но уже не просто мечтание, а действие, шаги. Выходим из зоны комфорта, проявляемся, раскрываемся, и тогда мы получаем уже ответ. То есть благосостояние, достаток — это ответ Вселенной, это благодарность Вселенной за ваши действия. Ну что, я сейчас буду очень рада вашим вопросам. Пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас есть. И я побегу, у меня еще много встреч сегодня. Я в Ирландии встречаюсь с друзьями, встречаюсь, обнимаюсь. Конечно же, говорю о чудесных коктейлях Fitline, друзья. Я вам искренне рекомендую попробовать. Просто попробовать. Пишите мне, в какой бы вы стране ни были, хотя бы активайс. Просто активайс, потому что энергия — это управляемый процесс. Если вы в топку кидаете дрова, у вас будет энергия. Вы не бросаете дрова, будет тлеть. Поэтому хотите жить энергичной жизнью, хотите быть активными, здоровыми, нужно поддерживать свое тело. Это автомобиль, который в постоянном движении. Кормите свой автомобиль, следите за ним. Он нуждается в постоянной чистке, детокс, в постоянном напитывании. Он нуждается в активности, он нуждается в йоге, в осознанности. Поэтому смотрим за своим биоскафандром. Так, читаю. Даша, удивительно, я же второй день провожу генеральную уборку дома. Совпадение. У меня аж мурашки по телу. Даша, ты поняла, почему? Друзья, я сейчас немножечко расскажу о себе тоже. Вопросы, если у вас есть, пишите, задавайте. Все, что касается социума, полнолуние, какие у вас есть вопросы, есть, задавайте. А я сейчас вот что вам еще скажу. Я приехала сейчас в Ирландию в прошлый вторник. Ну, чуть больше недели назад. Я приехала сюда, и впервые я оказалась в Ирландии без своей дочки. Моя дочка уехала вместе с кошкой в Австралию. И я сейчас в квартире, которая у меня ассоциируется с моей дочкой, моей любимой Настенькой. Я сейчас одна. Это переход на новый уровень. Вы понимаете? То есть для меня я перестраиваюсь. И буквально на второй день я заболела. Подхватила вирус, видимо, в дороге. И благодаря коктейлям Fitline 2 дня, всего лишь 2 дня температуры, я в строю. 2 дня. Кто? Вот вы понимаете, насколько это ценный продукт? Ловите, хватайте людей, кто вас приглашает попробовать Fitline, кто вас угощает, цените этих людей, они вам хотят добра. Поэтому я буду в Лондоне в пятницу, у нас завтра
дегустация, презентация коктейлей. Вы попробуйте активайзик в Лондоне, в районе Куинсвей. Пишите мне. В субботу у нас большое мероприятие, встреча с командой Kick-Off в Лондоне. Это официальное мероприятие от компании. Это немецкая компания. Витамины аюрведические, натуральные. Это высшая сертификация, которая может быть. Об этом я отдельно могу долго рассказывать, сейчас не в этом цель. И вы можете и в субботу прийти. Это очень красивое мероприятие в закрытом элитном клубе в центре Лондона. Вы можете быть, прям приходите, звоните мне, друзья, кто в Британии. Лила воскресенье. Точно так же мы встречаемся с вами. Это серьезный тренинг, Лила. Кто давно мечтает, присоединяйтесь, потому что я единственный мастер, ну я не знаю других, кто ведет Лилу на большом поле и астрологию совместно. Это очень ценно, это уникальное сочетание астрологии и Лила. И уже в Дублине мои ирландцы любимые 3 февраля игра Лила. Уже 5 мест у меня ушло, буквально 2 человека могу взять. Это 3 февраля. 4 февраля встреча путешественников, которая называется «Зимовка в тропиках». Кому интересно узнать, как можно жить, секретики, как можно зимовать в тропиках, поставьте плюсик. Может быть, я выйду в онлайн-режим тоже. Может быть, я не знаю, интересно ли это вам. Поставьте плюсик, если вам интересно. А так это будет живая встреча в Дублине, и я буду делиться, потому что я мастер по зимовке в тропиках. Каким образом, что делать, где, от законодательного уровня до легального, как зарабатывать, как путешествовать, как снять в аренду жилье, транспорт, скутер, машину. Все вот эта тема, я эксперт по зимовке в тропиках. Я зимовала и на Мальдивах, и на Бали, и в Индии, и на Шри-Ланке. Где еще? Ну, вот в этих странах, да? То есть, как открыть, как можно получить вид на жительство на Бали, пожалуйста, расскажу. Какие документы нужны в Индии, если вы хотите там жить. То есть, вот это все у меня есть очень ценный набор. У меня очень ценные знания, ценная информация. Я вот этим я делюсь, да? Поэтому, ирландцы, 4 числа зимовка в тропиках, встреча клуба «Осознанные путешествия». И далее 11 февраля для всех раскрытие статуса и карьеры, секретная астрологическая практика. В онлайн-режиме и вживую будет тоже здесь, вот в Дублине. Ирландцам везет. Друзья, ну что, я буду закругляться. Виктория, доброго времени суток, а будет запись встречи, поздно пришла. Да. Да, я обязательно загружу и еще загружу в YouTube. Поэтому, кто в YouTube, обязательно ставьте, там надо подписаться на колокольчик, проверить, что вы подписаны, и тогда будете получать извещение. Друзья, я очень рада, что вы со мной. Я рада, что я вышла в прямой эфир. Тогда, когда Луна находится в Накшатре Пушья, в своем собственном знаке, в Раке, у меня благословение небес иметь именно такое положение. Луна в собственном знаке в первом доме, в Накшатре Пушья. И это поддержка небес. И я передаю вам тоже вот, ну, через меня, скажем так, идет важная информация. Ту, которую вы воспримете, то, на что вы готовы, вы воспримете и будете использовать в своей жизни. Я вас обнимаю, кто в Ирландии, кто в Британии, хочу с вами обняться, хочу с вами встретиться. И весь февраль я буду находиться в Ирландии, возможно, еще раз в Британию даже приеду. У меня такая была мысль. Все, мои дорогие, до встречи. И я побежала, у меня еще рабочий день идет. Пока-пока.